Вместо 40 больничных коек 30, но в этом случае качество преобладает над количеством. Речь идет о втором химиотерапевтическом отделении Ульяновской областной онкологической больницы. Буквально на днях здесь завершился ремонт. Это отделение, которое перепрофилировали из хирургического. Соответственно, лечебные процедуры здесь проводили и раньше как хирурги, так и химиотерапевты. Теперь у каждого медицинского подразделения свое помещение. А за счет уменьшения коек увеличилась общая площадь отделения. Со слов специалистов, это не какая-то прихоть, а суровые современные требования. Времени. Появились палаты для ветеранов льготной категории граждан, то есть улучшенной комфортности, там с санузлом, с душами. Вот. Проведен капитальный ремонт, то есть, в общем-то, заменены окна на пластиковые. Система вентиляции, кондиционирования. В конце этого месяца после всех необходимых процедур отделение полностью откроют для приема пациентов. Параллельно в больнице приводят в порядок другие корпуса, а также дневной стационар на 20 коек. С ходом ремонтных работ ознакомился губернатор. Помимо текущих дел, главу региона интересовало будущее здравницы. Сергею Морозову представили проект нового хирургического отделения. Для строительства необходимо найти средства на проектно-сметную документацию. Без которой сложно войти в национальный проект. Будут заложены средства в бюджете будущего года. Предварительная сумма, которая необходима на ОПСД? Она около 50 миллионов рублей, но уже сейчас дана команда изыскать 10. В дальнейшем по результатам исполнения бюджета будущего года будем искать остальные. Если качеством ремонта и новой мебелью в химиотерапевтическом отделении губернатор остался доволен, то благоустройством, а точнее его отсутствием, нет. От коллег в кратчайшие сроки ждет предложение по преобразованию территории вокруг больницы. Чтобы мы на следующий год проложили здесь дорожки, чтобы мы здесь поставили малые архитектурные формы, чтобы здесь цветники разбили, чтобы здесь хорошие посадили цветущие какие-то кустарники, сирени, там, рябины, там, каштаны посадили, чтобы эта вот территория реально реабилитировала людей. Снабжение медицинскими препаратами стационаров, вопросы закупа лекарства и их льготное обеспечение обсудили и после, на заседании профильного совета. В этом году, несмотря на трудную ситуацию в региональном Минздраве, отдельным категориям граждан выданы препараты на сумму почти в 350 миллионов рублей. А это значит, что объем выписываемых препаратов по сравнению с аналогичным периодом того года увеличен почти в полтора раза. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.